Гороскоп на 24 сентября 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. Воскресенье – начало дня удачно, даже со сложными делами в это время можно отлично справиться. Вы хорошо знаете, чего хотите достичь, и не отвлекаетесь на пустяки. С таким подходом легко оставить конкурентов позади. Избегайте интриг и сомнительных авантюр. Нет нужды идти к цели окольными путями. Прямая дорога окажется и короче, и легче. Позже вы можете столкнуться с трудностями. Не исключены проблемы в отношениях с самыми близкими людьми. Старайтесь быть сдержаннее и деликатнее в высказываниях, чтобы никого не обидеть. Личный гороскоп. День преобразования космических энергий. Несет разочарование и неожиданные повороты судьбы. Вероятно, новым планам и надеждам не суждено осуществиться. Коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли, дела, связанные с поездкой, сорвутся. Резкое снижение жизненного потенциала может отрицательно сказаться на самочувствии. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения, любовные разочарования. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Овну следует надеяться только на свои силы и возможности. Сложная ситуация в отношениях с близкими людьми может благополучно разрешиться, благодаря уступчивости с вашей стороны. В работе возможны недочеты, а в любовной сфере – размолвки. Главное, чтобы Овен оптимистично смотрел на все, что происходит в его жизни. Гороскоп «Дом» на сегодня. Активизируются связи с банками и другими финансовыми учреждениями. Многие овны получат кредит, мощную поддержку партнеров, спонсорскую помощь и благодаря этому могут рассчитывать на расширение дела. Не ждите немедленных результатов. Еще многое придется пересмотреть и какое-то время поработать на будущее. Любовный гороскоп на сегодня для овнов. В целом, сегодняшний день для овнов пройдет без особых происшествий. Не раз в течение дня вы будете ловить себя на мысли о том, что в последнее время судьба стала баловать вас всевозможными приятными презентами, сегодняшнее знакомство с симпатичной особой пополнит их список. Воскресенье – начало дня будет напряженным, причем в основном по вашей вине. Вы не хотите идти на уступки, даже если понимаете, что они необходимы, не прислушиваетесь к мнению окружающих и интересуетесь только собственными желаниями. Чем раньше вы измените свою позицию, тем быстрее начнется благоприятный период. Вторая половина дня – отличное время для учебы, работы с информацией, решения задач, требующих творческого подхода. Хорошо принимать гостей. Вы будете им рады. Время пройдет очень приятно для всех. Личный гороскоп. Вероятны резкие смены настроения, необъяснимое раздражение, когда кажется, что все потеряло смысл. Проявите выдержку и терпение, и скоро тучи разойдутся. Возможно, что вам удастся выяснить все мучившие вас вопросы. Отношения с близкими станут понятными и гармоничными. Обратите внимание на здоровье. В случае недомогания не следует перенапрягаться физически и умственно, так как возможны травмы и нервные срывы. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Гороскоп рекомендует Тельцу быть щедрым, особенно, если дело коснется его родственников. Вопросы с получением денег слегка затягиваются, но вы можете взять в долг небольшую сумму. Старайтесь держать в секрете все то, что расскажет вам близкий друг. В любовной сфере Тельцу не следует поддаваться на провокации и соблазны. Последствия от всего этого могут быть непредсказуемые. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вы сейчас как никогда зависимы от погоды. Головные боли, проблемы с засыпанием, ощущение разбитости во всем теле, так организм сигнализирует о том, что его возможности не безграничны. Собраться с силами непросто. Стоит немного отдохнуть. В пасмурный день разумно отправиться в баню или сауну. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. От Тельцов этот день потребует тонких навыков дипломатии. Окружающие намеренно будут пытаться спровоцировать с вами конфликт. Чтобы не стать жертвой чьей-то агрессии, на корню гасите скандалы и не вступайте в любого рода противостояния. Воскресенье – день удачный. Кое-какие мелкие трудности могут возникнуть, но справитесь вы с ними быстро.
Полезными окажутся знания, полученные раньше. На работе заметят ваш опыт и профессионализм. Не исключено, что вскоре представится шанс подняться по карьерной лестнице. Будет возможность проявить лидерские качества, найти и объединить единомышленников, вместе с ними заняться интересным и перспективным делом. Не исключены романтические увлечения. Этот день благоприятен для начала отношений. Вы стараетесь понять человека, который вам симпатичен, и идете ему навстречу. Личный гороскоп. День отдыха, обретение новых источников энергии, очищение мыслей. Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вас вопросы. Обратите внимание на здоровье. Возможны травмы и нервные срывы. В случае недомогания обратитесь к врачу. Болезнь может приобрести затяжной характер. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Если в этот день Близнецы расставят приоритеты, то создадут прочную опору для будущих дел. С окружающими людьми ведите себя сдержанно, как на улице, так и на работе. В семье у Близнецов возможно пополнение. Если понадобятся деньги, то возьмите кредит. Вечерняя поездка по городу может быть небезопасной. Особенно за рулем личного автомобиля. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многие Близнецы сумеют наконец успехом начать собственный бизнес, подведя черту под прежними планами и не слишком успешными действиями. В каждом трудном случае ищите свой подход, проявляя гибкость. Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов. Близнецы сегодня будут неуместно оптимистичны и жизнерадостны. Веселое настроение, которое вы захотите продемонстрировать в рабочие часы, станет причиной оживления в служебном коллективе. Однако оно быстро исчезнет, когда вы с коллегами услышите гневную критику от руководства. В воскресенье в начале дня трудно будет сохранять спокойствие. Вы то сердитесь из-за пустяков, то переживаете из-за того, что не имеет к вам отношения, то теряете уверенность в себе, хотя никаких причин для этого нет. К тому же могут возникнуть финансовые трудности. В это время не стоит торопиться с покупками. Есть опасность, что они окажутся неудачными. Совсем другой будет вторая половина дня. Это благоприятное время для общения, встреч с людьми, которые вам дороги. Возможно, неожиданные любовные признания, которые вас очень порадуют. Личный гороскоп. Вам вдруг может показаться, что все потеряло смысл, но скоро тучи разойдутся, и вы почувствуете уверенность в своих силах. Возможно, что вам удастся выяснить все мучившие вас вопросы. Отношения с близкими станут понятными и гармоничными. Обратите внимание на здоровье, не следует перенапрягаться физически и умственно, так как в этот период возможны травмы, нервные срывы и обострение хронических заболеваний. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Раку сегодня следует держать себя в хорошей физической форме. Особенно, если вы влюбились и на вечер наметили свидание. Гороскоп рекомендует уделить внимание своей внешности и пересмотреть гардероб. Срочная поездка по делам окажется для Рака выгодной в денежном плане. Только не влезайте в долги и смотрите на ситуацию позитивно. Гороскоп «Дом» на сегодня. Романтические отношения развиваются довольно бурно, избранник или супруг вас не разочарует. Уделите больше внимания семье, близким. Возьмите на себя часть бытовых забот. Вторая половинка оценит это по достоинству. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки сегодня рискуют совершить крупный промах, причем далеко не один. Сначала вы дадите повод для ревности своей второй половинке, а поздним вечером сделаете покупку, о которой впоследствии еще не раз пожалеете. В воскресенье постарайтесь не беспокоиться из-за пустяков в начале дня. Проблемы, возникающие в это время, далеко не так серьезны, как может показаться на первый взгляд. К тому же друзья и проверенные союзники готовы помочь, стоит только обратиться к ним. Желательно избегать серьезных расходов. Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее и приятнее. Вы поймете, что нужно делать, чтобы достичь поставленных целей, и без суеты и спешки начнете осуществлять задуманное. Хорошо будут проходить деловые встречи, важные переговоры. Можно обсуждать серьезные вопросы с близкими. Личный гороскоп. Благоприятный день для активного отдыха,
общение с близкими людьми около огня, костра, свечи или камина. Не стоит заниматься тяжелой физической работой или делами, требующими скрупулезности или монотонности в исполнении. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Льву поступят интересные предложения от западных партнеров. Если появится шанс взять путевку за границу и отдохнуть всей семьей, то не упустите его. В питании Льву нужно придерживаться диеты, иначе он подорвет здоровье и наберет лишние килограммы. Вечером предстоит шумная вечеринка с друзьями. Гороскоп «Дом» на сегодня. День может пройти в хорошем деловом ритме. Неизбежные при любой работе разногласия можно решить без проволочек, соблюдая интересы всех заинтересованных сторон. Некоторые львы готовы податься настроению и пуститься в рискованные предприятия. Чтобы затея удалась, вам следует заранее собрать информацию и смело действовать. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львы в этот день смогут найти источник позитивных эмоций во время очередного похода по магазинам. Вам удастся очень экономно сделать массу отличных покупок. На сэкономленные средства вы решите приобрести подарки для близких. В воскресенье многое дается труднее, чем обычно. Не стоит рассчитывать на то, что вы быстро достигнете поставленных целей или одержите верх над недоброжелателями. Не исключены споры с коллегами, да и с руководством едва ли быстро удастся найти общий язык. Ваша задача – не терять самообладание и не поддаваться на провокации. Если это окажется вам по силам, шанс переубедить оппонентов возрастет. Хотя ладите с людьми, вы сегодня не так хорошо, как обычно. Все же есть шанс найти новых союзников, завязать приятные знакомства. Не исключено и начало романтических историй. Личный гороскоп. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Если вы нуждаетесь в помощи и поддержке, то обратитесь к близким родственникам и старым друзьям. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп обещает Деве успех во многих начинаниях. Можете бесстрашно браться за новые проекты и налаживать деловые связи. С родственниками вы будете в хороших отношениях, если прислушаетесь к их мнению, а не станете противоречить всему, что они скажут. В любви Деве не стоит ориентироваться на первое впечатление о человеке. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможно, благодаря своему острому социальному чутью, Девы будут расположены услужить каждому, кто будет в том нуждаться. Не осложняйте себе жизнь показной благотворительностью, буквальным пониманием нравственных установок и общественных ценностей. Вы должны быть искренними и скромными в своей благотворительной деятельности. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам еще ранним утром предстоит определить для себя самые важные приоритеты. Если вы сосредоточитесь на поставленной цели и абстрагируетесь от мелочей, вам удастся достичь очень многого и создать отличный плацдарм для будущих успехов. Воскресенье вас ждет противоречивый и напряженный день. Дел много, сосредоточиться на чем-то одном невозможно, к тому же вас то и дело отвлекают разговорами. Приходится решать чужие проблемы, часто жертвуя ради этого собственными интересами. Приятные моменты тоже будут. Вы решите какие-то важные рабочие задачи, найдете неожиданные ответы на вопросы, которые в последнее время беспокоили всех. Будьте осторожнее, если имеете дело с какими-то опасными инструментами, не забывайте о правилах техники безопасности. К сожалению, неприятные происшествия не исключены. Личный гороскоп. Неблагоприятный день. Тревожное состояние указывает на то, что романтические периоды заканчиваются, а желание достичь своего немедленно, невзирая на чувства партнера, испортит ваши дальнейшие отношения. Отложите поездки, путешествия и крупные приобретения. Кроме того, вам придется постараться сделать что-либо и для достижения гармонии в собственном доме. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Весам сегодня стоит больше думать о духовном развитии, а не о финансовых трудностях. Смотрите на некоторые вещи с долей юмора, тогда не подорвете нервное состояние. Вам вернут давний долг, а вечером переведут на счет крупную сумму партнеры.
Жизнь налаживается. Весам не следует отправляться в дальнюю поездку. Гороскоп Дом на сегодня. Семейные хлопоты сегодня будут в центре внимания. Кому-то придется заниматься оформлением документов, утрясать дела детей, родителей или других домочадцев. Беспокойство доставит и само жилище. Например, по причине поломки сантехники или газового оборудования понадобится остаться дома и ждать мастера. Не паникуйте. Попробуйте спокойно и планомерно разобраться в неприятных ситуациях. Воскресенье – очень плодотворный день. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, шансы добиться их очень высоки. Преград, порой возникающих на пути, вы просто не замечаете, трудностей не боитесь, в борьбу с сильными противниками вступайте без долгих раздумий. Там можно одержать важные победы. Однако вы быстро выбьетесь из сил, если не будете беречь себя. Поэтому делайте паузы для отдыха, старайтесь общаться с теми, кто вас поддерживает, и не забывайте заниматься тем, что приносит удовольствие. Личный гороскоп. Сегодня вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание некоторую нервозность. Но все равно подумайте об укреплении своего здоровья, так как в скором времени возможно обострение хронических заболеваний и возникновение новых. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Возможно, встреча с давним знакомым, который волновал ваше сердце. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Если Скорпион в этот день сможет преодолеть трудности в отношении с деловыми партнерами, то скоро добьется успеха в бизнесе. Интриги на работе могут привести к неприятным ситуациям. Гороскоп советует быть внимательным на дороге и в работе с электроприборами. Для большого шопинга время не пришло, но самое необходимое Скорпион сможет купить. Гороскоп Дом на сегодня. Возможно, вы наметите переезд, ремонт или иное важное событие, сделаете первые шаги в семейном бизнесе. Благоприятны долговременные семейные планы. Хорошо покупать мебель или бытовую технику, оформлять кредит на приобретение автомобиля или жилья. Любовный гороскоп на сегодня для Скорпионов. У Скорпионов сегодня будет очень непростой и насыщенный день. На работе вы сможете насладиться спокойной и размеренной атмосферой. Зато по возвращению домой вас ожидает очень крупный семейный конфликт, в который включатся даже ваши ближайшие соседи. Воскресенье все противоречиво, неоднозначно и сложно, но жаловаться на жизнь вы едва ли станете. Появляется шанс достичь того, о чем вы давно мечтали. Действовать нужно быстро, не исключено, что придется пойти на риск, но так даже интереснее. Будет много переживаний и волнений, но радостей еще больше. Возможно, встречи с необычными людьми, знакомства, которые запомнятся вам надолго. Не исключено и начало романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас. Можно отправиться в поездку вместе с любимым человеком. Она понравится вам обоим. Личный гороскоп. Преобразование космической энергии поднимут ваш жизненный потенциал на такую высоту, что вам будет сложно объективно оценить ситуацию. Будьте осмотрительны. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам придется решать множество проблем одновременно. Вы рискуете ошибиться или не учесть некоторые нюансы, которые негативно скажутся на результате. Избегайте ненужных споров, не исключены эмоциональные вспышки, о которых впоследствии вы будете жалеть. Храбрость и оптимизм позволят вам с честью выйти из неприятных ситуаций. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Стрельцу следует заниматься домашними делами и воспитанием детей. Если вы недавно встречаетесь с избранником, то постарайтесь сами не испортить теплое и искреннее отношение. Семейному стрельцу нужно провести вечер в кругу близких людей. Если есть возможность, то сходите на выставку, в театр или в кино. Гороскоп Дом на сегодня. Весьма удачно могут складываться взаимоотношения с банками, различными финансовыми учреждениями и структурами. Вы достигли бы большего, если бы были более терпеливыми и, начав дело, доводили бы его до конца. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Стрельцы в этот день получат возможность блеснуть своими многочисленными талантами. Вы продемонстрируете коллегами свои творческие способности и тотчас завоюете звание «Самый креативный сотрудник».
В воскресенье трудности могут возникнуть, но серьезными они вряд ли будут. В начале дня есть опасность совершить ошибки в расчетах и упустить из виду что-то важное, но вы быстро исправите свои промахи, постараетесь изменить ситуацию к лучшему. Не исключено, что работать придется больше, чем обычно, и ради этого придется отказаться от запланированных развлечений. Легко поладить с женщинами, они помогают часто и охотно, понимают вас с полуслова. Найти общий язык с мужчинами труднее, но и с ними вы вряд ли поссоритесь. Личный гороскоп. День обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Все проявления чувств гармонизированы, восстанавливается стабильность и душевное равновесие. Звезды рекомендуют трезво оценить достоинства партнеров и не принимать миражи за действительность. Вероятно, ваша приверженность традициям и нежелание менять привычки оттолкнут некоторых знакомых, однако уберегут вас от многих неприятностей. Активный отдых и прогулки должны заполнить весь день, что особенно обрадует ваших детей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Гороскоп предсказывает Козерогу неразбериху на любовном фронте. Именно из-за этого всерьез пострадают другие сферы деятельности. Сосредоточьтесь на самом главном, а также ищите для себя новое интересное хобби. Если оно будет приносить дополнительный доход, то Козерог окажется только в выигрышном свете. Новость о друге скорее огорчит, чем порадует. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды благоприятствуют профилактическим медицинским мероприятиям. Занятия на тренажерах укрепят вашу мышечную систему и улучшат пищеварение. Но не слишком увлекайтесь, чтобы избежать травм. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козерогам сегодня предстоит заниматься монотонной бумажной работой. Чтобы хоть как-то скоротать этот день, вы периодически будете отвлекаться на разговоры с коллегами, что и станет для вас причиной мелких ошибок и просчетов. В воскресенье начните день с решения сложных рабочих задач. Справившись с ними, вы сможете перейти к чему-то более приятному и интересному. В середине дня появятся дела, требующие творческого подхода, и заниматься ими вы будете не в одиночестве, а в очень приятной компании. Не исключено начало служебного романа. Будет возможность решить какие-то бытовые проблемы, навести порядок в семейных делах. День подходит для крупных приобретений и инвестиций. Интуиция помогает правильно распорядиться деньгами. Вечер принесет новости, которые вас очень обрадуют. Личный гороскоп. Этот день отмечен искушениями, соблазнами, иллюзиями и обманами. Возможны головные боли и плохое самочувствие. В общении с людьми соблюдайте осмотрительность. Вероятно, неверная информация, ложь и обман. Сегодня лучше занять выжидательную позицию, не вмешиваться ни в какие споры и дискуссии, иначе все обернется против вас. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Водолей в этот день будет на седьмом небе от счастья. Наконец-то любимый человек согласился на ваше предложение и ответил «да». В финансовом плане ожидаются препятствия, но деньги обязательно поступят вам позже. Водолею лучше воздержаться от бурных кампаний и употребления спиртных напитков. Гороскоп «Дом» на сегодня. Можно делать покупки для души. Они окажутся по сердцу адресату, а также будут отличаться хорошим качеством. Стремитесь притворить в жизнь некоторые свои идеи и проекты. У вас прекрасный вкус, и вы способны оценить красивую вещь. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Спор, в который сегодня предстоит вступить водолеям, будет иметь очень неоднозначный итог. Вы потерпите поражение, но и ваш оппонент не сможет насладиться победой, так как будет повержен вашим интеллектом и даром красноречия. В воскресенье, что бы ни происходило, старайтесь сохранять душевное равновесие и уверенность в своих силах. Только так вы сможете вовремя справиться со всеми делами, а их сегодня будет немало. Возможны разногласия на работе, споры с коллегами и руководством. Вы сможете отстоять свою точку зрения, но кто-то может затаить обиду. Потребуется время, чтобы наладить отношения. День подходит для деловых переговоров, а также для обсуждения важных вопросов личного характера. Близкие понимают, что вас волнует и тревожит, охотно дают советы и помогают. Личный гороскоп. День благоприятен для поездок и путешествий. Однако не все рыбы,
смогут это себе позволить из-за недостатка денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. А новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Кроме того, вам придется постараться и для достижения гармонии в собственном доме. Раздражительность и нетерпимость могут стать вашими главными врагами. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Рыбы сегодня будут ходить под впечатлением недавнего романтического знакомства. Все бы хорошо, но у вас уже есть любимый человек. Гороскоп советует с головой уйти в работу, чтобы не терзаться и не мучить себя сомнениями. Вечером рыбам желательно посетить косметолога или украсить свой досуг приятным шопингом. Гороскоп «Дом» на сегодня. Конец недели может предоставить рыбам возможности для перспективного планирования, которое может раскрыть потенциальные возможности представителей этого знака. Посвятите сегодняшний день долгосрочному планированию. Особенно удачным оно окажется в отношении дел, которые вы собирались начать, но все откладывали. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбы сегодня предадутся непринужденному флирту и веселью. Рядом с вами не будет скучно ни коллегам, ни близким друзьям. Вечер вы встретите в прекрасном настроении и захотите провести его вдали от дома. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!